Hey guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы, короче, полностью прошли эту всю локацию. Вот эту чертову. Убили двух боссов. И теперь нам нужно отправиться с вами в Раскомкост, короче, блядь. Это в западной, по-моему, в земле. Западные или восточные земли? Уэст. По-моему, Уэст это западные. Если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. Или ошибаюсь. Ой-ой-ой, куда я забежал стоять? Где это я вообще? Так, по трассе. Это там, да, трасса? Окей. Просто побежали. Ой, тут хотя бы эти пулеметы не стоят. Послушай, если тебе вдруг удастся не подохнуть и забрать у Крома мой артефакт, даже не вздумай тащить его сюда. Зажги его. Отдай его Танис. Построй с него приют. Мне плевать. Только мне его не возвращай. Да не бойся, я его себе оставлю. Ишь ты, смотри. Так. Все отмывают скутера. Эй, поехали, дружище! На месте поехали уже. Покупаем машины. Поехали, 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 поехали. Так, прямо и направо. Я что-то объясняла, но я едва слушала ее занудное британское жужжание. Я уловила, что тебе удалось собрать другие фрагменты от ключа как хранилищу. Все остальное не имеет значения. И я не хочу ждать. Так что отдай мне все немедленно. Или... Так, стоять. Ага, сюда. Предохранители. Дурная башка. О, тихо. Новый артефакт. Шок. Давайте возьмем шок теперь. Попробуем, ладно. Модификатор. В смысле? А тот модификатор. Они стакаются. Я мог кислоту тоже использовать. Они стакаются. Блядь. Земля мне пухом. Пиздец. Они стакаются. Вы понимаете? Они стакаются. Они, мать вашу, стакаются. Пипец. Да, это жестко. А что мне? Предохранители. А где мне их взять? Клещи эти еще сраные.
Написано, что предохранители я могу здесь найти. Поэтому, чё у меня такая ульта бесполезная? А он вон чё, оказывается. Ее прокачивать надо. Сука. Дегенерейшн. Предохранители, где мне их взять? Победа! Победа! Что происходит? То есть... Или они где-то просто лежат, а я тупой. Дерусь с тараканами. Нет. Где-то что-то здесь должно быть. Все-таки. Но я не вижу ни одного предохранителя. Ё-моё. Где предохранители? В смысле, я один нашел? А ну-ка. Либо я выбил. Ё-моё. Вот где они, оказывается. Вот и все. Вот и все. А я-то думаю, они из рогов вылазят. Эти предохранители. Блин, а так жалко, я столько этих артефактов потратил. Ну, быстрее сказать, попродавал. Сука. Пиздец. Это сейчас так обидно. Ладно. Хоть так. Узнал. Так. Здесь задание тебя взять нельзя. Если емкость магазина кажется вам недостаточной, SES решит вашу проблему. Еще больше пуль. Все модели SES оснащены увеличенными магазинами. Вот что я скоро буду уже снимать, наверное, после Borderlands, это Dark Souls. Ну, я, если говорить честно, я его уже и так снимаю. Такая есть проблема, то что... Dark Souls не хочет записывать с веб-камерой. Он крашится, потому что, видите ли, Dark Souls на DirectX 1. 11. О, хотя бы здесь задание. Пауков убито. Так, нет, здесь мне машина нужна. И получается, из-за этого мне приходится играть без вебки. Я хотел пройти Call of Duty 1. Короче, полностью трилогию Call of Duty. Ну, первый Call of Duty уже не сразу не получается. Потому что, видите ли, он крашится. Вообще, даже если просто нажать запуск. Записи, он крашится. Без непонятной для меня причины.
Так, 4:30 утра. Вот это была хорошая вот миссия, тем, что она быстрая. Так, чук. Угу. Привет. Привет. Так, а это уже где миссия? Вернись к Елене с хорошими новостями. Так, значит, начинаем телепортироваться. На панели наград у черта на куличках доступны новые задания. На черте на куличках? Это где хотя бы? Так, ладно. Чёрта на куличках. Вот это что ли? У вас у чёрта на куличках. Ё-моё. Нужно быть где-то побриться к Новому году. Ближе. Так, стопы. Я ж мог этот, New Haven. Нет, это другое. Эрл Сквард. Эрл Сквард есть у меня здесь? Эрл... Ну вот он, Эвор Сквард ваш. Да, все, правильно. Когда они перестанут меня трогать? Они же поймут, что они меня все равно не убьют. Я все твои миссии скатерть выполнил. Скатерть и дорога. Спасибо. Скатерть. Скатерть. Так. Что это за миссия? Так, забереть фрагмент. Ключ от хранилища. Так, это сюжетное. Значит, я сейчас сюда иду, в New Haven. New Haven, у меня там 3 задания. 2 из которых я сдаю, одно я выполняю. Скорее всего, я не помню, в какой серии. Мы тогда, помните, с вами были в Хейвене, и там был сундук. Ну и как этот. Ящик железный. И вот в нем было тоже как ячейка с заданием. Скорее всего, там что-то есть. New Haven. Давай. Шустрее. Да, задержка есть по голосу, наверное. Или нету. Хер его знает. Так, окей, Хейвен. Поговорить с Еленой. Чем могу помочь? Ничем. Пока. Так, теперь я иду в доске объявления, сдаю там 2 задания. И возвращаюсь к тёлке. Добро пожаловать. А, я это выбрал, точняк. Здравствуйте. На панели наград у черта на куличках доступны новые задания. В последнее время столько всего пропало. Черта на куличках. Пожалуйста, не буду я тебя бить. Ага, как раз мне туда и нужно.
Может, Раском Вест это есть? Недорогое, надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Тедиор изготавливает простое в использовании оружие. Мне бы купить этих. Улучшение. Следующее. А вот и телепорт, оказывается, был. Стоять. И значит, сначала, куда мне нужно? Раском Вест. Ра-ра-ра. Ага, у меня их тут два. Глушь. Точно. Там задание мне нужно взять. Я просто вспомнил, когда этот железяка сказал, типа, в глуши. Это вот как раз оно есть. Еще задание посвечивает. Так. Угу. Ох. Надеюсь, все в одном месте. Раском Вест. Ест, ест, ест. Так, ладно, берем машину и едем. Здесь отправляемся подобрать себе машину. Можно даже раскрасить ее в любые цвета. Так, подожди. Любые цвета. Это сюда миссия. Мусорщик, дробовик в другой части. Вторая я. Наверху. Поехали сначала наверх, потом мы поедем к мусорщику. Потом в самый низ. Как раз выполним сразу эти миссии. Либо можно отправиться сначала к нашей тёлке. Так, куда, где она находится? Как раз тут. К ней съездить, взять у нее миссию, выполнить там две миссии, которые у нас вот эти. Вернуться к ней. Ну и сюда, до доски объявления. Да, поехали, сделаем так. Максимально сокращаем время. Раском Вест. Мне кажется, вот эти телепортации много времени занимают. Так, стоп, это тёлка, 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 тёлка. Так, это середина. И самый... О, это где этот чувак был? Ну, тогда сначала к тёлке, потом дальше так по кругу. Да и всё. Ой, как раз сейчас к ней схожу, мне дадут новый уровень. Скорее всего. Так. Да, они все появлялись. Короче, не буду никого убивать, быстро к ней бегу. За задание бегу обратно. Если что, убегаю. Это у нас там будет хорошо. Сейчас у нас миссия здесь. Огненная мощь. Так, ульта. 10%. Дракон полностью прокачан. Надеюсь, что от тебя... Здравствуйте. Елена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. Mm.
Что, пойдем к этой Елене, к которой я уже ходил. И она не могла сразу дать задание. Тварина. Здравствуйте. Нападали на град у черта на куличка. Тебе удалось убить Урокса. Пирс отказалась дать тебе допуск класса А. Так что мне пришлось украсть ее механическую руку и не отдавать, пока она не согласилась. Теперь у тебя полная свобода передвижения. Ну как, не друзья? Не стесняйся! Выбери себе машину! Такси плюс! New Heaven, телепортация. Так. New Gavin, потом пойти к этому чуваку. Хм, чем могу помочь? На этом пока все. Так что это, куда это хотя бы? Old Heaven. Old Heaven, это вообще, я еще туда не ходил, это старый Хейвен. Скорее всего, и по сюжетке и меня туда и отправят. Так, 5 миссий в этом. Теперь мы телепортируемся к тому мужичку. Раз, Комвест, глушь. Поехали. Так, чувак. Доска объявления, где наша? Так, нихера себе 7 миссий. В одну точку. Так, поехали дальше. Так, берем драндулет. Ну что, если надо пересечь непроходимые районы Пандоры, мои машины. Драндулет я взял. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Так. Показалось там, что было. Так, хорошо. Сюда. А вниз и прямо. Прямо до конца. Так, а. Так. Едем дальше. На драндуле. Ты что, херел? Оно убегает меня быстро. Так. Внутри... Ой, сундук хороший.
еще где-то один. А, все? Окей. Револьверки не дают. Так. На снайперку. Все, да? Миссия выполнена. Хорошо. Бойцы. Так, это я могу вот так проехать. Могу ж? Да, могу. Так, а я там все равно нигде не проезжаю. Херово, окей. Или проезжаю? Да, проезжаю. Но недалеко. Кристаллик. Бомба. Еще ворота закрыли. Прицел, конечно, неудобный. Если здесь удобный, то здесь очень много лишних. Все, да? Бойцовский раунд. Первый. Бойцовский клуб. Окей. Поехали. Я тут подумал, меня там жестко так прострелили. Ого, я бегаю. Тихо. Хилимся. Вот и все. Так, задание тебе. Создать. Второй раунд. Поехали. Здесь главное, чтобы в спину не открылись ворота.
Это-то ладно. Ой-ой. Или не ладно. Чем-то штук, да, отнимет? 30 кусков! Мать вашу, 30 кусков! Так, подождите. Это мой, типа, такой... last вариант. Значит, они только вылазят из этих клеток, окей. А почему я тогда не справился? Хм. Я уже даже знаю, как я эту серию назову. Бойцовский клуб. Так, 300... Нужно базуку не забывать использовать. Сколько там зарядов? Максимум, все хорошо тогда. Финальный раунд. Оружие алого копья ничто по сравнению с моим. Так, продать. Продать, продать. Так. 325. А. Продать. Удаёмника фалового копья лучшее вооружение. Купите себе что-нибудь достойное. Так, револьвер. Ага, это мне уже не покупается, хорошо. Финальный раунд лучше закупиться, мне кажется. Или не надо. Да хватит мне всего. Ой, еще оттуда будут вылазить.
Серьезно? Минус 30к. Давай. Минус 39к? Серьезно? Если нужны лекарства, подходим и берем. Я ж не могу, да, в инвентаре быть? А ну-ка. Да, не могу быть одновременно в двух местах. Это плохо, ладно, буду юзать базуку. Дальше. Еще. Все. Еще, да? Еще? Серьезно? Тихо. Твари. Пипец, они живучие. Я очень сильно жалею то, что я сразу не качал свою ульту. Но... Ну, не ульту, ну да, в принципе, ульту. Зато сейчас продам ненужные шмотки. Вы будете рады, что приобрели лучшее снаряжение. Я просто херею то, что тут 549, а наносил он только 73, по-моему. Нельзя быть слишком богатым, слишком красивым. Новый уровень. Все, как раз и новый уровень. Так, чтобы мне прокачать. Скорость перезарядки на 6 секунд. Го. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Пока.